Казанский федеральный университет посетила делегация группы компании «Нефис» во главе с вице-президентом по перспективному развитию Масима Банори. Гости посетили ряд лабораторий Химического института имени Бутлерова и стратегической академической единицы «Эко-нефть». Представители «Нефис» смогли лично оценить уровень оснащения университетских лабораторий и узнали о различных направлениях исследований, проводимых учеными КФУ. Они очень были так восторжены и удивлены тем оснащением и теми работами, которые ведутся в Казанском федеральном университете. И есть ряд направлений для совместного сотрудничества. В ходе встречи был продемонстрирован парк высокотехнологичного оборудования, которым оснащены лаборатории КФУ. Многое из увиденного чуть ли не в единственном экземпляре в России, при том, что использовать это оборудование можно для самых различных сфер. Представители компании «Нефис» выразили интерес к разработкам в области так называемых зеленых технологий. Сегодня в КФУ есть стратегическая академическая единица «Эко-нефть», в рамках которой разрабатываются не только технологии увеличения нефтеотдачи, но и новые зеленые материалы и продукты, которые можно использовать в различных сферах. Сейчас очень активно дискутируется о применении таких зеленых технологий для разработки нефти на шельфе, где как раз очень важен не только экономический, но и экологический аспект применения различных химических реагентов для увеличения нефтеотдачи. И, в принципе, те вещи, которые можно делать на базе сырья, производимого компанией «Нефис», можно ориентировать и на эти направления. По итогам встречи стороны пришли к единому мнению о необходимости запуска совместных проектов. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.